По каточку сыграем, я поковыряю чуть-чуть навыки. Да, там будет перерыв между стримами, ты ж там на другой стрим пойдешь. Так, ну давай, показывай мне выха. Это, кстати, это говоря, или что? Нам с тобой, Джонни, чтобы, ну, когда он подсвечивает, помогай мне тут загонять. Это сложный подвал. То есть мне в подвал бежать? То, естественно. Джонни вообще на улице делать нехрен. Сразу же заходит. Основная задача помогать. Так что, последняя игра или как? Что? Или перерыв сделаем после этого или как? Ну, у меня лично на сегодня все, а потом, если Жека захочет, может, я не знаю, за Сурвов поиграть. Ну, это если Евгений согласится. Мы просто в фулл-пати можем с моими кентами пойти, но я не знаю, будет ли Евгению самому интересно. Это нужно у него спросить. Не знаю, посмотрим. О, да. Все, я бегу тогда со всей силы, со всех. Да, сразу только подвал, ты сходи, подходи. На другие ворота бы тебе сходить, аккумулятор включить. Так, ты там не умничай, а показывай. О. Сейчас надо выйти. Все, я сплю. А, ну пока не открылся, да? Ага, а в этой карте, ребята, я вам кого-то подсветил. Где, вижу. Нормально, работаю. Держи, бегу. Очень тяжело, меня аккумулятор отвлекает, генератор вернее. Вижу, держи. Все, не могу. Нормально. Надо подальше от генератора уйти просто. Блин, тут столиков. Все, отлично, я захожу. Заходи, Юра, помогай. Бегу. Так, ребята, я бегу, аккумулятор тот включать, потому что мы же с Джонни играем. Угу. Да, хорош, мы так и делаем. Есть. А, понятно. Показывай. Так, пойди. А, возле меня! Я бью! Понял. Я нашел, где они сбежали. Хорошо, помогай повару. Я бегу, все, да. Наверх. Давай, встречаю. Давай. Ой, у меня стамина. Ну я, конечно. Вышел такой вальяжный, да. Так, давай, Жека, покажи кого-нибудь. Хорош. Сейчас. Давай, супер силу. А не могу, генератор мешает. Сильно близко генератор. Я пойду покормлю дедулю. Давай, показывай. Лево, право, по всей карте рули. Где-то в районе Лачуги был и исчез. Лачуга это где? Это в середине. Понял. Ливан здесь, Ливан у меня. Кого здесь сейчас? Бегу. Нет, он к вам в доме, у деда. Бегу. Вижу. Бью. Он меня глушил, пивы нет. Он в Лачуге, в центральной, там где дед чаще всего. Все, я с той стороны бегу. Давай, я тоже. Он куда ушел? Ну? Не знаю, он Джонни потерял. Сюда. У вас дверь открыта. Подсвечивай подвал. Не могу, генератор рядом. Это конченая карта для меня. Так у тебя генератор... И на второй карте тоже есть. Поделать. Подсветил, парня, он здесь. Вижу. Все, вижу, нормально. Отлично. Работаем. Джонни тоже помогает. Он в дырку лезет. Следи. Тебе лучше остановиться даже. Хорош. Блять, лаги начались. Так, давай, ухо. Почистил ватными палочками, дальше показывай. Так, может, а сейчас у нас тут выход открытый, аккумулятор же никто, не это самое. А, так я думал, ты пошел. Ну, тем временем у нас минус 3, это нормально. Так там никого нету или есть? Давай, ухо пошло.
Ага, никого нету. Слушай, только генератор слышу. А в ту часть карты там генераторы, я все капец. А генератор ты подсветишь, он тебе не будет мешать. Ты потом дальше смотришь. Я понял. Сейчас замок поставлю. А ты уверен, что там никто не пробрался? Открыть. Уверен. Здесь открыть. А. Здесь открыто было. Все, бежим. Где? Все, бегу. У генератора. А. Генератор зеленый, он я все понял, там приседает. Я понял. Сука. Дмитрий, привет. Как в это играть? О боже мой, попробовал, охуел. Классная игра, блин, дружище. Реально, причем очень классно. Что, Буба, он ушел? Да, все. Не скорей. Ну, неплохо. Ну, хуй с ним. Все тогда, давайте, спасибо за игру. Да.